извращенец. Да уж. Это большая проблема. Мучо. Мучо, да. Что, пеня, вы реально Эдвард Форестер? Ни хрена себе. Здорово, я Эдвард, то есть, нет, простите, сэр. А можно автограф? А, да, конечно. Только нужно найти ручку. Вообще-то я рад, что ты позвонил, Эдвард. В агентстве происходят кое-какие изменения. Эдвард, просто считай это моей дружеской услугой тебе. Сходи к моему другу в триаду. Адам, я не могу налаживать отношения с новым агентом на этом этапе карьеры. Не пей это. Если надпись «Распродажа на выходных» будет там до выходных, то Дэну, по идее, не на что жаловаться. Когда вы прочтете сценарий, поймете, почему я хочу именно вас. На роль Реджинальда Ти Блаувита III. Это был такой приятный сюрприз встретить тебя. И еще более приятный, когда ты позвонил. Мой зонтик. Мне надо идти. Как и все мы. Мой маленький герой Мэтью. Мэтью, это мистер Форестер. Привет. Нигде не видела твое имя, пока ты не поколотил того умника. Понимаете, что чем вы старше, тем меньше у вас возможностей. Нет, выглядите вы хорошо, вы за собой следите. Встреча в городе. Мэтью поедет со мной. Мэтью, хочешь прокатиться? Я боялся, что такое может случиться. Но не думал, что так и будет. Отлично, я сделаю копии и мигом вернусь. Мне понравился сценарий. Есть на примете актера, будет нелегко подобрать. Если свободно, может, Рыбака Ли?